Ну что, народ, ребятишки, всем привет. Старые и молодые ребятишки, всем здрасте. Прекрасный летний день наступил в городе Санкт-Петербург. И мы, конечно же, ловим этот день. Едем мы, на самом деле, сейчас сразу в зал потренироваться. А вот после зала там подумаем. Скорее всего, есть план поехать на мойку, помыться. После мойки, я думаю, вечером закатнуться, потому что там всю неделю будут дожди. Как-то так предположительно. Поэтому планы на сегодня такие. Планы Барбаросса. Не знаю, на самом деле, кто какое лето обещает. По обещаниям говорят, что лето будет из серии 21-25. Но тогда это на самом деле замечательно. При той влажности, которая находится в Санкт-Петербурге, 21-25, вообще космические цифры, классные. Когда ты не умираешь от жары, просто себя нормально, великолепно чувствуешь. По прошествии того, что зима прошла, и ты полгода так сидишь и думаешь: о, блин, прикольно было прокатиться, 5-10. Ловишь каждый день, каждый вечер. Ну, ты задумываешься просто об этом. Когда этот день поймать, что вот сегодня есть день, или, допустим, вчера с утра лил дождь, но вечером, как вечером, там после часов 4 была температура превосходная, там 17-18, все высохло. Конечно же, ловишь этот момент, чтобы сесть, прокатиться на моте. Я там выложил ролик, «За секунду до» называется. Посмотрите, очень познавательный ролик для всех. Вообще, вот по настроению нет желания куда-то прям ехать выше среднего уровня. По настроению и такое. Как объяснить? Наитивное, не знаю. Максимально спокойное. Без каких-либо-то лишних телодвижений. Ох! Какая красота! Вечно идешь и оборачиваешься. Не знаю, как у вас, господа, но я всегда смотрю на мод. Блин, очень красиво. Реально. Бесподобно. Бесподобное ощущение испытываешь. План дальнейший такой: заехать на мойку, помыться, после вечерком надо поехать еще прокатиться. Подъезжаем к моечке. Сейчас мы намоем. Ну как намоем? Я бы сказал, ополоснем. Намыть это
куда-нибудь в хороший детейлинг, какую-нибудь такую ерундушечку загонять надо. А здесь так, ополоснуть, не более того. Так, ладно. Mission completed. Товарищ намыт. Ну, еще раз повторюсь, намыт. Ополоснуть. Или ополоснуть. Ополоском. Колесики, наверное, сейчас в гараже будет домыть. Да, грязненько. Сейчас в гараж поставим. Вечерком, думаю, еще прокатиться. Хотя такие тучки странные нашли. Но я надеюсь, не будет дождей. Я прям на это надеюсь. Только не сегодня, пожалуйста. Давайте завтра. Все завтра. Сейчас пока в гараж. Там надо еще колесики подмыть. Есть чего еще намыть. Плюс надо еще камеру опять же зарядить. На вечер. Не знаю, в зависимости от погоды. Я снимаю на сену. Очень жду новинки от сены. Где будет как минимум 4К, которые будет действительно 4К. Не за уши притянутые. Не 1080 HP, а именно, ну, сделайте камеру крутую, в чем проблема? GoPro-ху что-то я не хочу брать. Ну, потому что надо, получается, и гарнитуру, и слишком много нагромождено на этот шлем. И так шлем вообще не для этого. Гоняю я, получается, в писте R. Вообще шлем, на самом деле, сколько людей спрашивало, довольно-таки шумный. И он, на самом деле, для трека. Но, так как его сделали культом понтовости, и это показатель, типа, наверное, достатка, и все говорят, что это понты, в целом, наверное, со многими можно согласиться, но он очень красивый. Ему многое можно простить за то, что он очень красивый шлем. В остальном шлем как шлем. Очень крутой по аэродинамике, очень прикольно выполняет свою функцию. Все совершенно замечательно, здорово. Есть моменты свои. Но если вы хотите максимально классные по шумке, именно по шумке шлем, то его ни в коем случае не берите. Вам насрать на аэродинамику. Если вы хотите, чтобы у вас была крутая шумка, у вас был офигенный звук от музыки, который не заглушается шумом ветра и двигателем, то не берите этот шлем, потому что он вам не понравится. А если вы хотите наваливать и все остальное слышать, что вокруг, и потом пересаживаться в машину и такие, ооо, расслабончик, вам стоит взять этот шлем. И классно же, когда все зелено, да? Картинка обалденная. Зелененькая травка, цветочки, деревья. Надо ловить такие моменты, потому что они проходящие. Понятное дело, что в каждой погоде есть своя красота. В каждом времени года есть своя красота. Но лето мы любим исключительно за его теплую погоду, прекрасное времяпрепровождение, хождение в шортах, футболках, в майках и катание на мотоциклах, на самокатах, на скутерах, на, я не знаю, водноциклах. Водных мотоциклах, да, соответственно, гидроциклах и все в этом духе. В царстве
мотоциклов. Операторская работа на высшем уровне. Ну, давайте поговорим. Сегодня вторник? Нет, среда. Вторник. Блин. Сегодня хороший день. Классно. И я его провожу по запланированному графику. То есть у меня был план. С утра проснуться. Я извиняюсь перед Викторией, она меня разбудила на 40 минут раньше. У нас пришел сантехник. У нас, короче, напора воды не было. И в связи с этим классно сегодня исправили ту проблему, которая была на протяжении 3 месяцев. Там забился фильтр, оказывается, его поменяли. И план был такой, то есть с утра сесть и погнать на мотоцикле в зал. Well done, мы это сделали. После приехать домой, погулять собак. А, помыть мотоцикл. Well done, мы это сделали. Потом поехать... Не, потом погулять с собаками, поспать и после мотануть, прокатиться. Да, я мотанул, прокатился. Я нахожусь сейчас на Мебельной 11, в мотошколе Bike Like. Они мне за это не платят, но мне у них понравилось. Я рекомендую ее. Да, они мне за это не платят. Ну, потому что у меня нет миллиарда подписчиков. Так бы, конечно, им реклама стоила. Капец, как дорого. Ладно, на самом деле, хорошая школа. С классными инструкторами. С очень интересным подходом и в красивом месте. Хороший денек. Реально хороший денек. И рад, что я его провожу так. Было бы круче, если бы еще Вика была бы рядом. Либо на мотоцикле не очень удобно. Я бы сказал, вообще неудобно. А на соседнем моте мы бы вместе ехали куда-то. Было бы вообще прикольно. Ну, пока так. Спасибо, ребят, что смотрите мой канал. Делитесь комментариями, ставите лайки под видео. Дизлайки вообще нормально. Спасибо. Забыл цвет твоих глаз, они всегда красные. Пришел забрать эти бабки, они такие здрасте. Не чувствую боль на моих ногах сейчас, как тусы. Я так люблю тебя, малышка, хоть мы и разные. На самом деле, ночной Санкт-Петербург — это отдельный вид искусства. Прям, ну, бесспорно. Если у вас когда-нибудь предоставится возможность, если вы смотрите с другого города, допустим, да, то обязательно побывайте летом на ночном Питере. Блин, это шедеврально. Погуляйте по Невскому. Это очень космические ощущения. Очень красивый город. Москва не даст вам тех эмоций. Москва аграрный, большой город. Санкт-Петербург маленький, компактный, деревушка такая, знаете. Ну, реально, деревушечка. И вам очень понравится от времяпрепровождения в этом городе. Именно в хорошую погоду, в хороший летний вечерок. Это будет, конечно, кайфово. Зенитовский стадион, бывший Зенитовский стадион, Петров-арена, Петровская. Классное место. Теперь у них огромнейшая арена, красивая. А у меня горит жопа. Живем как будто в кармане, есть еще одна жизнь. Но когда в последний раз ты видел звезды, мне в Инстаграме скажи. Я в моменте, и пролетел, который тебя не заметил. На своей духе мне навстречу только ветер. Светит солнце, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. Я в моменте пролетел, который тебя не заметил. На своем духе мне навстречу только ветер. И светит солнце, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит.
Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que sin mí lloraste y que aún mereces todo mi querer. Déjame solo vivir esta vida con sabia ternura. Por más que llores, que mueras, no pienso, no quiero ni atadura. Города Санкт-Петербурга. Напомнила мне Барселону. Очень классно. Барселона просто интересно. Это там еще были в белом все. Вообще, конечно.